совет учеников. Сегодня на нашу конференцию мы пригласили выдающегося двоечника. Трижды ученика 4 Б-класса Гаврилова Сережу. Он выступит с докладом, почему дети не хотят учиться и не делают уроки. Ничего, что можно было бы сравнить с пользой от недеяния. В этом закон небесного Дао. Когда будет уничтожена ученость, не будет и печали. А физика, Гаврилов, без физики ты бы не знал даже о том, что Земля круглая. Да какая же она круглая? Как какая? Вот. Как глобус. Ну ладно. А почему тогда вода не вливается? Потому что Земля притягивает ее как магнит. Не притягивает. Притягивает. Не притягивает. Притягивает, Гаврилов, как магнит. Магнит не притягивает воду. Я это знал еще в детском саду. Так что ж, по-вашему, Сергей Сергеевич? Все ученые ошибались, и жертвы были напрасны. Эрере хуманум эст. Ошибаться – человеческое свойство. Цицерон, я вас понимаю, и поверьте, мне очень жаль. Как, повторите, я еще не успел записать. Эрере хуманум... Кто? Эст. Да что тут происходит-то? Что вы его слушаете-то? Да вы что тут все, с ума посходили, что ли? Этот записывает что-то? Екатерина Олеговна, что с вами? Гаврилов! Гаврилов, проснись! Проснись! Гаврилов! Проснись! Гаврилов, просыпайся! Просыпайся, Гаврилов! Что? Двойка. Ну, ты не расстраивайся, ошибаться свойственно человеку, это еще Сенека говорил. А вот спать, Гаврилов, надо дома, а не на уроках. Мой черный плащ и арбалет мне не заменят, нет, нет, нет. Неславный титул при дворе, не звон золотых монет. Для хорошего актера нет плохих ролей. Я сегодня черный ворон, завтра соловей. Для хорошего актера горе не беда. Я сегодня пламя, ага, а завтра глыба льда.